сзади поднялся. Пошла. Взлетай давай. Чима! Все, пошла. Ребята, всем привет. Выбрались опять на зайчика. Вот сегодня у нас много, столько охотников. 4 охотника и 2 оператора, 2 собаки. Димон взял свою только одну, помладше, чтобы она училась самостоятельно быть. А то только с подачки старших собак гоняет. Будем пробовать зайчика гонять. Тут у нас сосняк такой большой, карьер, сейчас пройдемся по карьеру, дальше перейдем в сосняк, еще можно пока очки снять, ну и попытаемся поднять зайца. Да, пошли. Белый, красивый заяц. Лёшка. Где стоишь? А, вот. Я с краю тут стою. Всё. С дальнего. Понятно. Бляк, я охренел. Да, пошла по нему. Пошел, да, думаю. Я говорю, он зад вернется туда к машине и вот так вот кругом будет идти. Беляк вообще далеко не уходит, он будет крутиться тут по этому леску мало. Держите собак, козы. Собак держите, они пошли к вам. Не так их не снимаю. Две козы пошло. Она меня выскочила. Выскочили прямо вообще. Ну что, ребята, вот так вот день отходили и ничего не добыли. А, ну вальшнепа я добыл. Да, так что ты, значит, еще не конец видео. Коз гоняли,
Зайца одного подняли, беляка, ну что-то мне слабо верится. Наверное, не врут. Наверное, это был белый кот. Это был, скорее всего, белый кот. И никто его не заснял. У меня на камере, может, будет видно, но далеко. Приближу, посмотрю. Так что видео продолжается. Но еще вот тяжело ходить, еще такая все зеленая трава. Тяжело. 26 тысяч шагов. О, Влад, 26 тысяч шагов. У меня будет все 35. Залазь, поехали. Да. Всем привет, ребята. Сегодня у нас вот три собаки, его пыжик. Вчера Марта охотилась, сегодня лайв. Да, Димон вчера три зайца целых добыл, так что. 2,5. Заходите, смотрите, это прям он в три раза больше, чем за прошлый сезон добыл за одну охоту. В общем, вот такое поле. Сейчас сделаем большой круг так вокруг деревни. В прошлом году мы здесь очень хорошо на закрытие отохотились. Я взял тут три зайца, так что посмотрим, что тут в этом году есть зайцы, нет. Сколько нас? Раз, два, три. Пятером и три собаки. 8 голов. Говорю, Макс, одевай шлему. Тут в кустах что-то подняли, сейчас мы уже будут туда выгонять, на мостик. Там козы, наверное, были. Косуля пошла. Чё одна между нами, видишь? Так лови, давай я на этой стану, а ты на той. Пошло. Так, Димон, что, было две лисы? Две козы. Смотри, что ты бежишь, что это коза. Ну, а что, вы не видели, что ли? Макс, ты видел лису? Вот так вот лиса пошла. Она так это же лиса, сколько? Вот это дело, папа, лиса вроде туда пошла, на тебя. А, я же между Максом и Димоном. Да, вот зараза, а? А? Чего? Тут только вот, Димон, козьи лёжки. Ну, трава зачетная. Тут бы зайчик бы мог бы и лежать. Ну да, 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 да. Да, да. Шел. Не, такой, знаешь, попал. Какая собака? Что у вас там? Цепят его, то могут выкрутить на деревню. Его прихватило его. Мазилы. Блин, ну выскочил же вообще. Ну я мог бы тоже попасть, у меня боковым красив. Вот, я получается прошел, он так. Я только услышал, что что-то сверкануло. Поворачивай, он по этой раздоре, блин. По раздоре плохо было стрелять. Мне казалось, что первым я попал, он как-то так и пух мне.
Шо, куда они туда за дамбу перескочили в то, на то поле или куда они пошли собаки? Все, словила лайма зайца. Там переход троху дальше, почти в конце. Начал обходить этот куст, думаю, я обойду. Иду, он лежит под кустом. Спасибо. Ой-ой-ой. Вымученный. Вымученный. Мокрый такой. Костяк, слышу, ау, ау, галкнем. А потом, бля-бля-бля-бля-бля-бля-бля, пошла. Потом, слышу, пищит, блин. А как эту канал? Ты не перейдешь только туда, ну да, да, да. Побежал я, надо было мне сразу ей позвонить. Вот как он пищал, заяц, позвонить, ну... Где она? Где она? А я бежал туда, потом... Хер его знает, где ты? Тишина. Где она там? Ну, уже тогда набрал, и уже на нее вышел прямо, она ходит. Так и далеко от того места, где она ходила? Ну, я не знаю, там ходил вот так вот, путался. Там все недалеко, ну... Собаки где? Можешь словить? Еще одна коза пошла. Влад, видишь, справа. Справа смотри. Еще одна. Иди сюда, Вань. Держите, куда он пошел? Не знаю, по полю вот мы идем, он по полю пошел вдоль канала. Пахали охотничка. Макс, я не понял, что ты так это? Что? Ты так медленно. Это гоняй, Катя. Так мы еще одного зайца не забьем. Это нормально, чувак. Ни одного, целых пять. Зря он так делает. Достало. И если б ты только знал. Зайца моего отжал, блин. Зайца. Чтоб ты пошел за ним, то он был бы твой. Давай послужу. Совсем забыл сказать, что пока ехали на охоту, встретили лису. Пытался к ней подкрасться, она мышковала, но так далековато, короче, стрелял два раза. Айм! Айм! Влад, а ты где? Я по той стороне шел. По корчам тут, думал, может, у зайка лежит. Пошли на сосну. Да вот заяц по полю пошел, я его видел на глаза. Идет на вас, четко на вас идет. Смотрите, мать, где ходит. Ну, на вас.
Ну он уже, ты видел, что он вот так вот бежал? Я после второго выстрела, он все, упал. Знаешь, и на месте два раза подпрыгнул. Ну, вот так вот. Нет, так он, ты же видел, как он бежал? Я... Ну, вот так вот уже бежал. Вот так. Ну, попал же. Не, ну ты да. Не, ну он уже, его собака бы догнала. Фу! Небольшой. Фу! Фу! 50% лаймен за. Блин, ну он какой-то вообще. Я увидел его сразу. Лайма начала работать. Я вижу, он по полю пошел. В сторону канавы. Бегом на перерез туда. Ну. Бегу, бегу, бегу. Вижу, лайма вышла, работает. Я возле канавы стою. Зайца нет. Лайма подходит. Смотрю на Олю с этим, с Максом. Прямо на них идет. Ну и вот ты когда сказал, что он идет, я его тоже увидел. Он раз и исчез, и пыш прямо туда. Так хоп. Я вижу, пробежала собака вот так вот туда-сюда. Ну. А зайца нет. Он, видно, прилег там, а собака пробежала. А потом я вижу, он уши поднял и сидит, блин, смотрит. На, носи, раз твой. Ну вы видели зайца этого? Нет. Блин, ну прям на вас шел. Я же сказал по рации, что на вас он идет. Он больше заяц. На меня шел, он больше на меня, да. Чем на меня. Ну, мне там казалось, что... горка и не видно. А, ну за горой. Он, короче, шел. Потом, потом сел, лег. Лайма ж возле меня была. Лег, короче. И шпыш прямо возле него пробежал. Хороший? Нормальный. Средний. Хороший. Ну что, ребятки, вот и завершилась наша сегодняшняя охота. Зайчика я уже разделал своего. Выделили мне мокрого, хотя вроде по сухому стрелял. Отличная охота, добыли 3 зайца, 4 подняли. Ну вот после той охоты, что мы ходили, только одного видели такой бандой, то вообще супер. Оценивайте видео. Последний? Забрал собаку? Да, вернулась возле кладбища. Оценивайте видео, подписывайтесь на канал. К нему тоже приходите, подписывайтесь, помогите ему набрать. Хотя бы десяточку. Тут до сих пор даже десяточки нет. Уже у человека 2 года канала. Да? 2 или 3 уже? 3-й пошел. Не, еще 3-й нет. Второй идет, но уже скоро 2. Макс. Добавляйся, ты хоть подпишись на меня. Что, я подписываюсь? Собаки молодцы, кстати, да, сегодня. Да. Особенно лайма. Вот ей полезно побыть дома одной. Она понимает, что ее ну, нет. Ну, что надо работать что по надо зайцу. Надо работать конкретно. Одни всяких коз загоняют. Не, ну сегодня коз тоже собаки, которых вы погоняли. Ну, мы позабирали. Мы успевали перенять. Да, отлично. Поэтому и охота удалась. Да. Ну все, домой едем. Уже темнеет. Домой.